На Колыме выявили 5 случаев гриппа. С октября специалисты лаборатории проверяли людей с симптомами ОРВИ не только на коронавирус, но и грипп. На прошлой неделе подтвердили 5 зараженных гриппом. Как отмечают медицинские работники, лучший способ защиты – прививка. Практически всех детей уже вакцинировали, взрослых – чуть более 40% от плана. Во всех медучреждениях Колымы вакцина есть. В Магадане – 4500 доз. Вакцина хорошая. Это вакцина Исови грипп и вакцина грипп Ультрикс, которые содержат актуальные штаммы вируса гриппа А, который сейчас циркулирует на территории Магаданской области. Особую тревогу специалистов вызывают беременные. Одна из 5 инфицированных ждет ребенка. Она находится под наблюдением врачей. Работники медицины просят беречь себя, носить средства индивидуальной защиты, а также вакцинироваться. Уважаемые колымчане, прививайтесь. Прививки есть. Против новой коронавирусной инфекции у нас весь спектр прививок. Это и Ковивак, и Пивак Корона, и Лайт, и Спутник Ви. Вам помогут определиться с видом прививки, который вам нужно получить, медицинские работники, которые работают в прививочных кабинетах. В Магадане можно сделать прививку в каждой поликлинике. Дополнительный прививочный пункт развернут в городской стоматологии и торговом центре. Елена Кузьменко подчеркнула, не нужно заниматься самолечением. При первых симптомах болезни нужно обратиться к врачу. Специалисты лаборатории смогут точно определить, болеет человек гриппом, коронавирусом или и тем, и другим.